Всем привет, с вами Марс. Мы продолжаем проходить дополнение к Скайриму Даунгард. В прошлой серии мы дошли вот до вот этого замка. Даже это не замка, это был форт Талмарский, который я между сериями зачистил. Так, Сиран, ты чё? И сейчас мы отведем Сирану к ней домой, она сказала. Вот, пристань. Пошли. Сирана, идешь домой. Так вот. Я при вас отключаю GodMod. Да, все прекрасно. Теперь продолжаем идти. Ух, прикольно, чё? Этого явно не было. Ты рано идешь? Лодка. Лодка — это круто. Ух. Вот мы и прибыли. Сирана. 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 Фу. Бен. Джейсон, before we go, что такое, Сирена? I want to thank you for getting me this far. But I have to get in there. I'm going to go my own way for a while. I think. I know your friends would probably want to kill everything. I'm hoping you can have some more control than that. Once we're inside, just keep quiet, perfect. I need to go. Open the gate. Open the gate. Let's go. Чувствую, это будет опасно. Да насрать, пошли. Адские гончие. My long lost daughter. I trust you have my greatest. After all these years, that's the first thing you ask me? Эй, спокойно. Of course, I'm delighted to see you, my daughter. Must I really say the words aloud? Прикольно. Ah, if only your traitor mother were here, I would let her watch this reunion before putting her head on the spike. Now, tell me, who is this stranger I brought into our home? Ах, вы сволочь. This is my son. For my daughter's safe return, you have my pledge. Tell me, what is your name? My name is Jumbo. I am Parker, lord of this court. By now, my daughter would have told you what we are. We are here. Not just vampires. We are among the most powerful vampires in this country. Ну, а серия от меня занесла. All that ended when my wife betrayed me and stole away that which I valued most. И что теперь? You have done me a great service, and now you must be rewarded. There is but one gift I can give that is equally valued to the Elder Scrolls. I offer you my glass. Shake it and you will walk as a blind man. Vampiram? Men will tremble at your approach and you will never fear death again. А если я откажусь? Then you will be prey, like all mortals. I will spare your life this once, but you will be banished from this hall. Perhaps you still need convincing. Behold the power! Thank you.
Ух ты. Блин, круто. Хочу прояснить все сразу. Я буду бороться на протяжении всего этого дополнения против вампиров, так как я делаю это в Олдрите. Поэтому я не хочу становиться вампиром. Я убью вас всех. Всех. И тебя тоже. Ты чё? Делаешь. А, он же сказал, что сохранит мне жизнь и выгонит из замка, если я откажусь. Так, чёрт. Где я оказался? Блин, да уберите эту размытость. А, здесь. Ну, ладно, я понял. Ну что ж. Отвели дочурку любимому папочке. Теперь надо вернуться в крепость Даунгарда и рассказать об этом нашим предводителям. Вот, собственно, мы и на месте. В крепости Даунгард. Блин, зайцы бегают. Зайцы. Вот. Кролик, точнее, извините. Охереть. Кролика. Я не могу поднять кролика. Да, ладно. Упустим этот момент. Просто физика не сработала. Наверное, нам дадут большой-большой приз за это. За то, что мы достали из могилы вампиршу. Надеюсь, по крайней мере, они нас не убьют. Мы отказались от дара. Ну или от проклятия, кому как. Прошу прощения, меня довольно-таки грубо прервали. Но это моя оплошность. Надо было сразу. Вашу мать! А! Что такое? Что происходит? А что, понял, что на меня твоя магия не действует, собака? Вау. Круто, чё? Не совсем. Прости. Ну да, я ее выпустил. Она дочь лорда малых вампиров. Еще ее у них есть древний свиток. Врать не буду. Там было их слишком много. Ну, извини. Ты сдаться? Нет. Молодец. И что нам поможет? Да ладно, у меня есть два меча, разберемся. Ладно, где найти этих людей? То есть он нам предлагает собрать неких умельцев, так сказать, которые умеют разбираться с этим.
Откуда взяли стражи рассвета? А, то есть только двое людей надо собрать. Ну ладно, это не армия, как было в Dragon Age 1. Ладно. Watch your back. А, извини, чувак, но твоя броня на мне. Так, ладно. Да, вы помните, у меня коварный план был. Ну так вот, он так и реализовался, я его убил. О, какой вампир. Круто, чё, и накидка не идёт. Блин. Сильный, наверное, собака. Ах. И чё? Запилим. Что ты делаешь? You there! How fast! Let's wreck this damn fair for 2 weeks. Да. Not let it happen what it wants. He's from using someone else's help. Never thought I'd hear that. I'm afraid he's a few years too late. I have more important business to attend to. Besides, he can handle anything alone. He should be so. Блин, мой голос чем-то похож на эти аудитории. Того с последней части, с левой части. Мы выступаем против вампиров. Мы уверены, что у них есть древний свиток. I can't just leave this bear to prey on more innocent people. Once it's dealt with, then perhaps I'll see what he's done expects of me. Убить медведей? Да легко. Тоже мне задачу поставил. Пойди убей медведей. За нехер. Или тут не только медведи. Да, конечно. Капитан, пощади меня. Почему на мне вот эта вот броня? На меня ж нету гость-мода. Сейчас уладим. Все, продолжаем. Я исправил это. Так, блин, пауки. Обожаю пауков. А что происходит? Так. Третий пошел. Четвертый пошел. Пятый пошел. Блин. Шестой пошел. И куда? Блин, еще! Да что ж у вас так много тут? Как я промазал? Блин!
Вот подбой, слово мол. Я не мог мазать. Ладно. Судя по всему, мог. Баги. Так, продолжаем наше движение. Это и... Смутно в пещере. Здоров. Так. Идем дальше. Почему мне сказали убить медведя, если тот одни... А, вот почему, мать вашу за ногу. Поверь. Хорошо. Еще один. Большой. Минус. 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 Так, ну стрелу давай. О! Сокровище. Давно. Тетя. Зуб. Еще надо с мороженым все подобирать. Don't know how well I'd have managed by myself, you have my friends. You helped me, so I suppose the least I can do is find out what Islam wants. Still at that fort, you stand out beacon, I assume. No. Da, you fort. You've been working on that place for years now. Never lets anyone. His own little fortress. Well, I guess I'll get to see what he's been up to all this time. I'll meet you there. Все прекрасно. С первым порешили. Сейчас пойдем ко второму. Блин. Думал, уже куда-то улечу сейчас. Ну вот он, собственно, выход. Я думаю, в этой серии мы добьем данный квест или нет. Давайте пойдем отсюда. Так. Понял. Я иду куда хочу, орк. Кто такой Малахат? Он древнический повелитель орков. Хуже. Дракон. Иди сюда, говно. Блин, древний. У меня, походу, большие проблемы. Я ему неплохо снес. Ага, конечно. Три стрелы подряд. Сейчас. Давай иди сюда, говно. Что-то как с тобой драться, собака. Получи. Не попал. Давай. Говно. Еще одну стрелу. Да. Ха-ха. Сухую говно. Вот это, ребята, лучник. Скорее. Отлично.
оставь себе. Так, так на чем мы остановились там? А. Точно. Откуда же он взялся? Никто не знает. Так. Ну, я спалился. Тащи саблезуб раз. И там саблезуб два. Ой, прям как Макси Пейн. Офигенно. Так, ну это мне сообщили, блин. Что, собственно, запас сил не безграничен. Непонятно почему. Так, ну а тут мне какой тупой квест дадут. Наверное, пойти убить паука. Или нет, хуже. А, женщина. Давай. You haven't seen a sack full of dwarven gyros lying around, have you? I swear I left it right here. Блин, да ты издеваешься. I saw one the other day. Wouldn't be surprised if it followed me here. But just look around, will you? He's wrong. Wants me? Да, он тебя хочет. No, you must be mistaken. Я не понимаю, что тут можно хотеть. Ох, ладно. No interest in my help. I find it hard to believe he's changed his mind. He said some very hurtful things to me before I left. Anyway, I'm quite happy in my current pursuits. So if you excuse me. Блин, не двигайся. Ну, вот так разве что она немножко симпатичнее. А так, ладно. Вампиры угрожают Скариму. Да. Really? Серьезно. Oh, and I suppose now he remembers that I... Он владеет древним свитком. I... Well, that's actually something I never would have anticipated. Угу. Интересно. I'm not sure what they would do. Mm-hmm. Очень интересно, блядь, давай быстрее. Son is probably correct in thinking it isn't good. All right. If nothing else, I suppose it wouldn't hurt to learn more about what's going on so I can better defend myself. But I'm not just going to abandon what I've been working on here. It seems I need at least one intact dwarven gyro. So either I need to find the satchel those mud crabs stole, or I need another gyro from some place. You wouldn't happen to have one, would you? У нас нет времени. Fine, fine. Can't afford to forget about this work, though. Some really interesting applications. Now, where is it I'm supposed to be going? О, отлично, убеждение сработало. Встретимся у форта Стражей Рассвета. Been working more on his secret hideout, has he? Mm-hmm. To see how much progress he's made. I'll finish up here and head in that direction as soon as I can. See you there. Прощай. Ладно. Прощай. Что это такое? Бельский контейнер. Фу. Ладно. Теперь нам нужно последовать порт Стражи Рассвета. Получить еще один очередной квест. Или нам наконец-то дадут что там важное, что ли? Пойти вырезать, например, ту крепость. Или, не знаю, какие-то диверсии. Может быть. О, закрыто. Нихера себе.
Круто, чё? Да, спокойно, твою мать. Спокойно. Я просто тут хожу. Ладно, баня. Просто баня. Они бывают во всех хороших играх. Во всех. Alright, Lisa. You've got us all here. Вот твою мать. What do you want? Hold it right there. Making sure you're not vampires. Дебил. So, welcome to Fort Dawnguard. I'm sure you've heard a bit of what we're up against. Powerful vampires, unlike anything you've seen before. And they have an Elder Scroll. If anyone is going to stand in their way, it's going to be us. We'll get to that. For now, get acquainted with the space. Soreen, you'll find room to start your tinkering on that crossbow design you've been working on. Gunmar, there's an area for our armor. And up some scrolls. Get them armored up and ready for use. In the meantime, we're going to get to the bottom of why a vampire showed up here looking for you. Let's go have a little chat, shall we? Okay. Пошли поболтать. Так, как тебе подняться? Лестница. Вот она, лестница. Нет, не то. Обалдеть. Ладно. Она или нет? О, наконец-то. Блин, чертов лабиринт. Чем я могу помочь? So we need help with our project to improve our crossbows. And if that doesn't interest you, speak with Gunmar. He has something for you. Ладно. Watch your back. Почему мне указывают на тебя? Be on your guard at all times. Avoid sleep if you can. There's only one thing worth remembering. When it comes to vampires, if you're sloppy or careless. I've lasted this long because I don't take chances. I cover my tracks and I keep my eyes open. If you're smart, you'll be the same. Здесь ничего такого нету. О, Сирана. All my preparations began. The monsters could strike us at any moment. This vampire showed away. I'm guessing it's the one you found in your model crypt. Says it's got something really important to say. So let's hear it. You probably weren't expecting to see me. I'd rather not be here either, but I needed to talk to you. It's important, so please just listen, or your friend here loses his patience. No, that was. Well, it's about me. Бы это крепко станет твоей. Причем тут древний сын? Кстати, ты его принял? Молодец. It all comes back to my father. I'm guessing you figured this part out already, but my father's not exactly a good person, even by vampire standards. He wasn't always like that, though. There was a time he stumbled onto this obscure prophecy and he just kind of lost himself in it. Да убить быстро. Ладно. Что, знаешь, что он потерял себя? Будем ей помогать.
obsessed. He's kind of sick, actually. А я думал, буду всех вампиров убивать. The prophecy said that vampires would no longer need to fear the sun. For someone who fancied himself as vampire royalty, that's pretty seductive. Anyway, my mother and I didn't feel like inviting a war with all of Tamriel, so we tried to stop him. That's why I was sealed away with the scroll. При чем тут Стража Рассвета-то? Хотя нет, ты сильно рисковала, придя сюда. I did. But something about you makes me think I can trust you. I hope I'm not wrong. Может, потому что я тебя вытащил, дура ты, и отвел к твоему отцу, несмотря на то, что ты вампирша. Ладно, ты кого? Well, let's move then. I'm nothing if not persuasive. Игран. All right, you heard what it has to say. Now tell me. Is there any reason I shouldn't kill this blood-sucking fiend right now? Ну, во-первых, ты ее не тронешь, потому что я убью тебя. Но мы тебя убедим. Ставь свою ненависть и попробуй взглянуть на ситуацию шире, Игран. Set my hatred aside. Not a chance. Да ладно тебе. It's what keeps me strong. Ты не доверяешь ей? Хорошо. Доверься мне. Я не буду. So regret my sudden outburst of tolerance and generosity. Because if you do, your friend here is going to pay for it. Thank you for your kindness. I'll remember it the next time I'm feeling hungry. So, in case you didn't notice the giant thing on my back, I have the Elder Scroll with me. Whatever it says, it will have something that can help us stop my father. But, of course, neither of us can read it. Of course, Mom. Well, the moth priests are the only ones I've heard of who can do it. They spend years preparing before they start eating them. Not that it helps us anyway, because they're all half a continent away. In Cyrodiil. Cyrodiil arrived in Skyrim a few days ago. I was staking out the road when I saw him pass by. That's your moth priest. No, it's interesting. Do you know where he's staying now? No, and I'm not going to waste men looking. We're fighting a war against your kind. And I intend to win it. You want to find him? Try talking to anyone who'd meet a traveler. Innkeepers, carriage drivers in a big city, maybe. But you're on your own. Any idea how you're going to find a moth priest? Skyrim's a pretty big place. Ну да, Skyrim большой. Куда мог направиться мотылёк? No. The College of Winterhold was the first place I've been to go for anything. Winterhold? The wizards know about all kinds of things that people probably shouldn't know about. Actually, now that I think of it, I'm going to come along with you. I've been really wanting to get out and explore. Блин, я не люблю с кем-то ходить. Ладно. I knew it would come to this one day. I knew. And no one believed. Oh my. Что ж, в следующей серии мы направимся на поиски этого жреца-мотылька. Ну, на сегодня хватит. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых видео.